Друзья, рад приветствовать вас на канале Технофорум. В этом ролике с разрешения заказчика публикую видео его выезда на техники, которые он у меня заказывал относительно недавно. Кроме этого, в этом ролике хотел сказать про то, что я в этом сезоне зимнем уже не принимаю заказы на готовую технику, на кит-комплекты Макси, так как все расписано уже до весны. На лето у меня есть планы. Кроме этого, хочу внести кардинальные изменения в конструкцию снегоката и хочу выйти на более масштабный рынок, потому что спрос значительно выше, чем мои возможности по производству. А поэтому еще организацию с возможностью выпуска около 30-50 единиц техники в неделю. Это достаточно небольшой объем, но я думаю, что это минимум то, что необходимо на данный момент. Желательно ближе к Новосибирску, но в принципе не обязательно. Я думаю, все решается. Так что если вам интересно поучаствовать в этом проекте, пишите. Я думаю, что мы найдем точки взаимодействия. Всем пока.